такой огромный город. Как мы найдем маму? Мы вытащим ее отсюда, Хьюго. Так, хватит ворон считать. Эй, подожди! Мия грустная. С ней все будет хорошо. Мы не можем ей помочь. За этим мы и здесь. Чтобы помочь ей отомстить. И не дать ей погибнуть. У нас есть малыш и крысы. Мы непобедимы. Родрик, ему 5 лет. Вот жопа! В чем дело? Мили, успокойся. Эти ебаные крысы перекрыли самый безопасный вход. Они не хотели, Мии. Они... У нас нет выбора. Идем через главные ворота. Только надо быть осторожней. Мили, подожди! Она злится на меня? Нет. Она просто... Просто злится. Но... Дай ей немного времени, Хьюго. Как думаешь, уже начали? Хорошо бы, потому что их тут что-то все больше и больше. Трое. Рискованно. Когда Виталий закончит, мы лучше зайдем через черный ход. Да черт его знает. Мы там, может быть, заперто. Они уходят. Что там творится в этом сраном соборе? Что-то я сомневаюсь, что все изменится. Пора действовать. Лукас, со мной. Мили! Ты не сомневайся, нам есть чем тут заняться. Ладно, пойду обратно. Осторожней там. Вот срань. Их заметят. Эй! Стоять! Я пойду помогу. Стой здесь. Надеюсь, у них получится. Она знает город. Эти стражники за ней набегаются. Ладно, идем. Не будем упускать шанс. Твой. Ты заплачешь. Отлично. Не скоро этот тип подымется, уж поверь. Многое же изменилось за это время. Колокола, Амисия, Витаи в храме. Значит, и мама тоже. Вот ублюдок удивится. Сначала надо найти остальных. Самое главное, что Великий Инквизитор избавится от укусов. Верно, надо молиться, чтобы все получилось. Воу. В безопасности, Робот, не отходи далеко. Ты уверена? Да, они меня слушаются. Воу. Осторожно, стража. Налета на убежище детишек Николая никто не видел. А? Монсеньор Виталий никого не отправил на его поиски? Странно. Капитан всегда был его любимчиком. Виталий Мне нужна помощь, Катя! Меня кто-то стреляет! Нас кто-то атаковал! Не слушайте! Бессмысленно. Здесь их не найти.
Сначала я вас найду, а потом убью. Я прям чувствую, что здесь никого, кроме меня. Чего ты меня? Ничего, я тебя найду. Все равно сменяли. Трусы. Куда он прилетел? А теперь мой черед. Не отвечай. Это бесполезно. Никого. Они не обращают на меня внимания. Страшник. Можешь мне не повторять. Молодец. Кажется, я маленько влюблен. Они не слушаются. Идем. Вот был бы с таким сильным. Друган, да у тебя крысиная армия. Родрик. Нам нужно ее открыть. Я не вижу рычага. Я этим займусь. По твоей команде. Один? А что такого? Родрик, вперед! Да. Проходите! Быстрее! Осторожно! Не расслабляться, народ! Призыв начнется совсем скоро! Великий инквизитор скоро нас спасет! Крысы! Они хотят выйти! Просто смешно. Я иду. Видно, сбежали. Эй! Эй, там! Миссия! Вы живы? Слушайте, Виталий в соборе. Это все очень хорошо, но к нам приближается целое полчище. Уходи оттуда. Поднимись по лестнице. У дома есть выход с другой стороны. Это там, где пожар? Мы не можем вернуться. Вперед! Встречаемся на той стороне. Осторожней. Идемте к дому. Заперто. Я ее сломаю. Вот сволочь. Я тебе покажу. Стражники. Родрик, в укрытие. Хьюго с ними разберется. Развлекайся. Нас напали. Где ты, враг? Забейте. Получилось! Хьюго, ты в порядке? Да, кажется. Все хорошо, Родрик. Напомните мне никогда не злить вас двоих, хорошо? Ладно,
На этот раз все получится. Вот черт! Новый план! Нет, Аминтия, так нельзя! Мы же сгорим! С тобой ничего не случится, обещаю! Родрик, ты с нами? Ладно, идемте. Поможешь? Хорошо. Потолок сейчас обвалится. Успокойся. Юга, ты же победил капитана Инквизиции. Ты крепкий парень. Крепче меня. Правда? Я никогда не вру. Это, наверное, выход. Пока только твоих поймаю. Подозрительная тишь для дня чудес. Разберешься с ним. Положись на меня. И управляется Инквизицией. Но мы не только... Глядите на нас! Мы только хотели забрать свои вещи! Мисси, что нам делать? Сейчас, я думаю! О, спасибо! Спасибо! Благослови вас! Да, спасибо вам! И удачи! Эй, подождите! Стрелы! В укрытии, лучники! Молодцы, ребята! Смотрите в оба! К собору никого не подпускать! Собор! Мы на верном пути! Там, Ясотка! Последний шанс добраться до собора – это воспользоваться телегой. Слишком опасно. Лучники сразу начнут стрелять. Мы застряли. Телега, Родрик. Если дотолкать ее до решетки, у нас будет укрытие. За них Юг будет в безопасности. Эй! Оставь, Амисия. Что ты делаешь? Вы с братом отойдите. Толкать буду я. Родрик, давай помогу. Не надо. Если хочешь помочь, смотри за стражниками. Ладно. Ладно, вперед. Плечи, Родрик. Не переживай за меня, парень. Солдаты, впереди. Амисия. Амисиями. Нет, Амисия. Нет. Телега, Родрик! Если дотолкать ее до решетки, у нас будет укрытие. За них Юг будет в безопасности. Эй! Оставь, Амисия. Что ты делаешь? Вы с братом отойдите. Толкать буду я. Родрик, давай помогу. Не надо. Если хочешь помочь, смотри за стражниками. Ладно. Останови! Ладно, вперед. Плечи, Родрик! Не переживай за меня, парень.
Амисия! Займись ими! Телега, Родрик! Если дотолкать ее до решетки, у нас будет укрытие. За них Хьюг будет в безопасности. Эй! Оставь, Амисия. Что ты делаешь? Вы с братом отойдите. Толкать буду я. Родрик, давай помогу. Не надо. Если хочешь помочь, смотри за стражниками. Ладно. Остановись! Ладно, вперед. Плечи, Родрик. Не переживай за меня, парень. Амисия! Телега, Родрик! Если дотолкать ее до решетки, у нас будет укрытие. За них Хьюг будет в безопасности. Эй! Оставь, Амисия. Что ты делаешь? Вы с братом отойдите. Толкать буду я. Родрик, давай помогу! Не надо. Если хочешь помочь, смотри за стражниками. Ладно. Останови! Ладно, вперед. Плечи, Родрик! Не переживай за меня, парень! Солдаты, впереди! Амисия! Займись ими! Суки! Амис, не рани его! Родрик, брось телегу, пожалуйста! Нет! Надо затолкать ее до решетки! Телега, Родрик! Если дотолкать ее до решетки, у нас будет укрытие. За них Хьюг будет в безопасности. Эй! Оставь, Амисия. Что ты делаешь? Вы с братом отойдите. Толкать буду я. Родрик, давай помогу. Не надо. Если хочешь помочь, смотри за стражниками. Ладно. Ладно, вперед. Плечи, Родрик! Не переживай за меня, парень. Амисия! Амисия! Все больше! Не беспокойся! Амисия! Амисия! Суки! Не рани его! Родрик, брось телегу, пожалуйста! Нет! Надо дотолкать ее до решетки! Не беспокойся!
Телега, Родрик! Если дотолкать ее до решетки, у нас будет укрытие. За них Хьюго будет в безопасности. Эй! Оставь, Амисия. Что ты делаешь? Вы с братом отойдите. Толкать буду я. Родрик, давай помогу. Не надо. Если хочешь помочь, смотри... Солдаты, впереди! Амисия! Амисия, не рани его! Родрик, брось телегу, пожалуйста! Нет! Надо дотолкать ее до решетки! Мы уже на месте. Не стойте там! Сюда! Быстрее! О боже, Родрик! Мне уже лучше. Я в норме. Я догоню вас. Хорошо. Хьюго, давай! Теперь ты... Мне жаль. Простите. Черт! Сука! Хьюго, идем. Нам нужно идти. Я не верю. Я в это не верю. Не может такого быть. Милли, пожалуйста. Нет. Я заставлю этих мразей заплатить за все. Главное сейчас выжить и держаться вместе. За это отдали свои жизни Родрик и Артур. Просто оставь меня. Она права, Милли. Родрик. Его больше нет, Хьюго. Он обрел покой. Хватит с меня этих проклятых крыс! Мрази! Но они приведут нас. Правда? Как? Вот так. Как ты? Вау, так это... Хьюго, скажи, что ты поможешь нам убить этих ублюдков. Мели... Без твоего брата у нас нет ни единого шанса, Амис. Ты же это понимаешь? Я помогу тебе, а ты нам поможешь спасти маму. Мы с тобой договорились.
кинул. А? Я... замечены смутьянами. Церемония скоро начнется, и ничто не должно помешать конъюрации. Это вершина наших трудов. Так что смотрите в оба. Этого козла! Ну, посты, не оттуда. Другие ловят. Значит, где-то неподалеку. Думаю, это спрятались, значит, хватит. Где бы вы ни прятались, мы вас найдем. Это отлично. И куда делать свое самодовольство после общения с крысами? Мы на месте. Витай. Он хочет сделать что-то плохое, я чувствую. Плохое? Ну что именно? Вы извините, но мы здесь, чтобы его прибить. Так что какая разница? Он скоро начинает. Идем, Хьюго. Мама там. Они ждали нас. Лукас, Мили, стойте на месте! Подойдешь, сдохнешь! Это не важно! Амися, внизу крыс! Так скажи им, чтобы выходили! Быстрее! Ладно. Боятся огня. Давайте внутрь! Семья, говоришь? Помоги мне! Никто больше не должен войти! Ты не хочешь понять, Беатрис? Мама! Мое дитя! Хьюго! Амисия! Мама! Это сделал Виталий? Он принес их в жертву. Он переступил порог, бегите оттуда! Ау, ради всего святого! Хьюго, ты готов? Да, крысы здесь. Тогда идем. Не отставай. Мы с вами.
Виталий! Это твой последний шанс! Да. Хьюго, твоя сила! Будь осторожен! Все хорошо, не переживай! О, да! Он весьма одаренный ученик. Жаль только, что позабыл, кто именно научил его всему. Завали Хайло, старик! Мы пришли тебя убивать, а не слушать твою болтовню! И все же... Вы пришли ко мне, как за лучшие овцы к своему пастырю. Довольно, Виталий! Ты один! Верни на мать, или... Или что? Ну же! Я могу еще многому научить носителя и его друзей. Это так трогательно. Спасибо. Спасибо за откровение. Вы слышите? Это ангелы. Ангелы нового мира! Назад! Свет, они... Я видела! Давай! Лукас! Мили! Стойте там! Нет! Я могу помочь! Я могу! Это наша кровь, Мили! Хорошо! Уничтожь его! Хватитесь и жрите их! Да что за... Он заставляет их собрать силы! Не останавливаются! Им не страшен свет! Я тоже так могу! Серьезно? Давай, Хьюго! Это наш последний шанс! Анисия! Анисия! Группироваться! Живо! Да что за... Он заставляет их собрать силы! Не останавливаются! Это страшный свет! Я тоже так могу! Серьезно? Давай, Хьюго! Это наш последний шанс! Кровью! Это кровь моего брата! А ты узурпатор! Она права, Виталий! Ты не в силах управлять Макюла! Ты недооцениваешь силу моей веры! Невероятно! Молодец, Хьюго! Вот так! Мы ему покажем! Смотри, Беатрис! Посмотри на себя, Виталий! Что? Ты не заботишься о своих сторонниках! Ты убил сотни невинных! Не трогай их! Они дети! Нет! Потерять не могу! Объединитесь! Вы пришли бросить вы... Да что за... Он заставляет их собрать силы! Не останавливайте! Мне не страшен свет! Я тоже так могу! Серьезно? Давай, Хьюго! Это наш последний шанс! Невероятно! Молодец, Хьюго! Вот так! Мы ему покажем! Посмотри на себя, Виталий! Ты не заботишься о своих сторонниках! Ты убил сотни невинных людей! Старый мир должен умереть, чтобы родился новый! Вот почему крысы пожирают его! Ты ничего не знаешь! Но Майкла знает все! Она играет с тобой! Послушай его! Макюла в твоей крови! Она заглянула в твое сердце! Мир, который ты собираешься сотворить, это мир хаоса! Верни на мать! Мама, не идет! А-а-а! А-а-а!
управлять своими силами! Мы сейчас тебя выпустим! Мы займемся этим! Хьюго, ты тоже это чувствуешь, но это тебя пугает! Истинная сила! Твой дар! Я единство! Я кровь крови, которая соединяет всех людей! Назад! Останьтесь, Хьюго! Умрите! Слейтесь в единство! И слуги мои поднимутся на него снова! На небосвод! Идите ко мне! Они присоединятся к нам! И скоро мы станем едины! Только не крысы! Вернитесь! Нет! Это невозможно! Вы поплатитесь за это! Идите ко мне! И накормите! Первокровно! В ясности! Быстрее, Анисия! Идет обновление! Восстаньте! Разорвите землю перерожденными! Назад! Мне бы назад все ваши! Терпение! Они ваши! Все ваши! Амиссия! Огонь не стоит! Хватит! Вернись ко мне! Восстаньте! Уходи, я брюшки на них свою ярость! Ракели и Наша! Они найдут вас! Вернитесь, мои последователи! Давай, вернитесь к своему мастеру! Нет, мои ангелы! Больше ничего не защищает его амиссия! Как вы смеете? Это ваша последняя выходка! Я пожертвовал своей плотью, чтобы стать тигелем, где сплавляется все сущее! Вы не можете убить того, что было очищено! Назад! Земля! Эта земля больше вам не принадлежит! Я орудие Мекела! И слуги мои поднимутся на небосвод! Идите ко мне! Они присоединятся к нам! И скоро мы станем едины! Мои ангелы! Дайте!
Нет, это невозможно! Вы поплатитесь за это! Идите ко мне и накормите первокровных в ясности! Осторожно, беги! Восстаньте! Я брюще на них свою ярость! Терпение! Они ваши! Все ваши! Юго! Пора! Давай! Только не крикнуть! Его некому защитить! Это невозможно! Вы поплатитесь за это! Идите ко мне и накормите первокровных в ясности! Уходи от них, комиссии! Идет обновление! Так или иначе, они найдут вас! Мои ангелы, я знаю, что вы голодны. Юго, выпускай крыс! Скоро вы насытитесь. Нет, мои ангелы! Без помощи на миссия! Как вы смеете? Это ваша последняя выходка. Я пожертвовал своей плотью, чтобы стать тигелем, где сплавляется все сущее. Вы не можете убить того, что было очищено! Это не ваше место! Я орудие Мекла! Клинок света! Назад! Земля! Эта земля больше вам не принадлежит! Орды ангелов! Обрушится! Идите ко мне! Они присоединятся к нам! И скоро мы станем едины! Давай, Хьюго! Не промахнись! Мои ангелы! Амиго, в твой черед, бей! Все закончилось.